Привет! Сегодня вот у нас клиент хочет посмотреть масло, протестировать, так скажем, на котором он ездил раньше, Hyundai Kia. Вот, и ну и как бы приобретает у нас вот это масло, и вскроем новую канистру, и протестируем, покажем, как работает то масло, которое он хочет купить. Для такой машины. Да. То есть сейчас мы что делаем? Для Kia Sportage. Да, Kia Sportage. У человека автомобиль. Бензин. Год какой автомобиля? 14-й год. Катализатор удален, да? Катализатор удален. Да. То есть мы сейчас вот зачистим от предыдущих роликов. Задир. То есть покажем. То есть эту нетрушку возили с собой, если что, мало ли что надали, да, так скажем? Ну, в принципе, нет. В последнее время уже перестал варить. Ага. Смотрю, расхода нет. Но есть проблема какая у вас? Гидрики исключают, да? Гидрики вот с этим маслом. На холодную? Да, на холодную, потом нагреется, уже перестает. Ну, где-то минуту, две, три, наверное. Ага, ага. Так, ну давайте посмотрим. Канистра новая запечатанная. А, нет, открытая. Открытая. Ага. Ваша канистра открыта. Вы просто сказали, что она запечатанная. Ну, ничего страшного. Было давно, не забыл. Ну, ничего страшного, бывает. Так, все, здесь мы зачистили. Ролик новый без задиров. Угу. Вам показываем. Все. Провернем. И вот, пожалуйста, вес одного блина 550 грамм. Начинаем нагружать. Раз, два, три, четыре. Четыре. То есть четыре блина выдержало ваше масло. Вот видите, 4. То есть можете потрогать блины все настоящие. 50 грамм, да? Да. 550 грамм каждый блин. Угу. Вот такой задир образовался. Угу. Ничего себе. Приз. То есть при нагрузке в 4 блинчика. И, соответственно, если есть там задир, то, соответственно, да, видите. Угу. Сейчас мы что, опять зачистим? Подготовим поверхность и откроем вашу канистру нашего масла, которое вы приобретаете. А здесь же показывал какие-то данные, да? Ну, то есть показывает, что здесь амперметр под нагрузкой находился. Да. Сейчас мы вам покажем, как оно будет. Все 12, все металлические. А 1,5, 0,5 это нагрузка, да? Да. Кстати, это ток, а это нагрузка. А вот это, здесь нагрузка на 4, это сколько было там? На 4? Там в районе 3 или 6, или 5. А, в районе 5 показывает, когда нагрузка на 4 блина. Так, сейчас что, мы берем новую ванночку и вашу канистру, которую вы хотите купить. Но для такого пробега нормально будет? Для да, да, да. 150. То есть независимо от пробега, масло должно заливаться согласно рекомендациям завода изготовителя. То есть канистра запечатанная, по-моему, бы я при вас скрыл. Ну, если ваши четверёшки здесь буквально грамм 15-20 зальем. Ну, посветлее, по-моему. Ну, цвет другой. Ролик на новую сторону. Mm-hmm. И, соответственно, то есть все делаем то же самое. Ну вот вы сейчас видите, да? Один. Mm-hmm. Нагрузка. Раз, два, три, четыре, пять. Нагрузки практически нет. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нагрузка, видите, 1,14. Ну вот давайте имитацию пробития карты. Без ванночки. Ну да, да. То есть нагрузка в 3 раза больше. Амперметр практически нагрузку не показывает. Не знаю, это смазки он работает, да?
50-50. Добавка, да, антифрикционные свойства у масла отличные от, в данном случае от этого, который мы его. Ну это если вы видите износ. Ну, маленькая, да, то есть точечка. Ее нет. Вот, то есть мы не говорим, что там то или иное масло плохое. То есть в любом случае решает потребитель. Мы лишь всего лишь демонстрируем на данном станке, да, один показатель там, на трение, так скажем. Вот, поэтому имитация. Ну и соответственно, смотрите здесь дорожка. Ровная, гладкая, полированная. То есть все, как говорится, на ваших глазах. Ну да. Как-то так.